let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть State of Decay. В последней серии мы неплохо так запаслись продуктами, и теперь у нас есть воркшоп, где мы можем создавать разнообразные всякие интересные вкусности. Кроме того, здесь у нас неплохое такое спальное место, которое мы прокачали, и скоро оно будет еще лучше. Пока что здесь спокойно спят четверо людей, но уже, по крайней мере, не спят там все по очереди в одной комнате. Так, и наш план действий на сегодня. Для начала мы посмотрим здесь стройматериалы, потому что у нас не так их много, и они нам нужны. А после этого, я даже не знаю, в принципе, пока особо дел нет. Я думаю... Так, о, доку надо помочь срочно. 160 метров. Либо на машине объезжать через полмира. Либо пешком. Я лучше на машине. Здрасте. До свидания. Машинёшка вот сейчас, в принципе, самое то, что нужно. То есть такая простенькая, не очень резвая. Потому что такая очень резвая, нам это не сильно нужно. Городок не особо большой. Орду зомби я, пожалуй, пропущу, потому что машины здесь пока что ломаются, а чинить я их не особо могу. Поэтому скоро машина уже закончится. Нужно экономить. Так, хорошо. Топим, топим, топим. Дока надо спасать. Док у нас хорошо помогает. Так, трейлерный парк. Здесь живут не самые приятные люди. Ой, что это было? Не надо было туда въезжать. Так, хорош. Напрямки, может. Слушай, так он на кладбище. Куда попал вообще? Спокойно, все под контролем. Работает почти спецназ. Давай, в атаку. Док, да за тебя любому пасть порву. Ты Эдди выручил. Спина. О, что-то я запыхался. Фу, слава богу. Да, в этот раз, говорит, я меня чуть число не взяли. Что тут делаешь? Оказываю честь. Это моя Джина там лежит. Мне очень жаль. Да это давно было. По крайней мере, она этого всего не увидела. Она бы с этим явно лучше, чем я справилась. Она была из нас самой умной. Я все чаще и чаще сюда хожу. Разговариваю с ней. Не заметил, как они за мной следят в этот раз. Ладно, ценю помощь. Я смотрю, вам людям нужен доктор. Ты, говорит, если что, меня вызывай. Давай, док. Пешком аккуратней. Так, хорошо. Так, кто-то там предлагает торговать, что ли? Сейчас мы вот сюда вот сходим. А потом мы разберемся, что это там такое. Полицейский разворот. В принципе, тут напрямую можно было сходить. Все.
выстрела машин. Так, хорошо. Блин, этого синк выключенный, конечно, меня просто вымораживает временами. Особенно это как раз в лесу выражается. Я из него просто плохо игру вижу. Причем на записи я смотрю, это далеко не так заметно. Поверьте, вживую все гораздо хуже. Картинка рвется постоянно. Реально, временами от этого укачивать начинает. Так, машина видывала и лучшие деньги. Надо будет новую найти. Хорошо, давайте посмотрим, кто тут что хочет торговать. Как-то я это упустил в прошлый раз. Should we? No. Let her cool down. She'll come around eventually. Might not be a bad idea to get out of here for a while, though. Так, он предлагает поискать. You feel like going house hunting? Нет. Should we? You think you can back me up on this trade run? I'll handle the grunt work. Он предлагает сходить поторговать. System, right? Нашими патронами на еду. Хорошо, я с тобой пойду. Еда нам пригодится. Well, shit. Подожди, у нас не хватает ресурсов? А, я же патроны все разламывал, точно. Так, наш персонаж не сильно устал? Вроде нет. Хорошо, но раз такие дела, то давайте-ка мы сходим все-таки своими припасами. Машина, конечно, да. Ну, выйдешь на такую дикую местность, что еще и хотел. В принципе, все вполне себе объяснимо. Поломал об камни. Так, стройматериалы. Окей. We could probably beef up our defenses, just to be safe. You know what's awesome? Outposts. We should set up more. Да знаю я про эти аутпосты. Я что-то не могу их построить. То есть... они очень тут запрятаны хорошо. Вот сюда я не могу выбрать, чтобы построить новый. Ладно, потом. Не сейчас. Офигеть, у вас тут... Скотина. Она мне предлагает зачистить там одно место. А я сначала сюда. Сейчас нагружусь. По полной. Scratch that off the wish list. Вот это неплохо. Так, один беру сам. И он после этого быстро устает, вы заметили? Так, радио. Медиков, конечно. Подожди, я, говорит, не поврежден. I found some supplies. Send runners for pickup. I'll see who's free and send them your way. I owe you one. Nice. Так, топорик, ты не особо. Блин, и то. Что еще тут можно найти? We've got this place locked down. Блин. Ох, хорошо, за этим мы сейчас вернемся. Это нам явно пригодится. Так, кому-то там грустно. Терять надежды. И, судя по всему, это все тут, да? Я не посмотрел левый верхний угол, а там уже пишет, что ресурсы все найдены. Короче, сейчас по-быстрому. Сгружаем это. Приезжаем за топливом. Господи, чё ж ты? Что не так? Ох.
Anybody out there's got a set of wheels and the inclination to play good Samaritan, swing on by the farm. Если кто хочет поиграть, говорит, в доброго самаритянина, приезжайте на ферму. Машина не поедет. I'm in place. Самое лучшее оружие. Коленка. Ох, я устал. Сейчас ты отдохнешь, Маркус. Отдохни, говорит, маленько, ты же устал. Сейчас, Лила. Или Лайла. Лила это Футурама все-таки. Так, хорошо, сгружаемся и обратно, второй рейс. Стандартная такая выживательская рутина. There you go. Don't say I never gave you nothing. Так, хорошо. Что там еще? В принципе, все. Уставший пипец. Да не то, дверью вышибай. Хорошо. Так, стартуем, поехали. Сейчас укрепимся, потому что в этом вся загвоздка. Чтобы игра двинулась дальше, нам нужно укрепиться. Вот, чего только не хватало еще. День добрый. С маслом не поспоришь. Да, машина убита, конечно. Ох, хорошо. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Блин, почему она обратно не выходит? Быстро устает, пипец вообще. И выносливость не останавливается. Усталость все-таки важный показатель. Особенно, когда на тебя нападает орда зомби. I'm almost home. Так, хорошо, приехали. Yeah, I got you a pony. Then it tried to eat me, so I shot it in the head. That's just disturbing on so many levels. Found this while I was out. Так, окей. Хорошо. Oh, you know, stuff. Как мне построить второй аутпост? Не совсем понятно. Можно этот прокачать аутпост? Так. Хорошо. Пока что у нас нет ничего для этого. Вот аутпост. Один есть. Как сделать второй? Я туплю, наверное, просто по-страшному. Здесь апгрейд скоро будет. Что-то совершенно не представляю. Странно это все. Ну, давайте хотя бы этот аутпост прокачаем. Пока хватает. Окей. Все стройматериалы ушли туда. Так, о чем нам там просят? Инфестейшн нужно зачистить. Сейчас, Маркус, почистишь этот инфестейшн, потому что у тебя просто больше всего патронов и оружия. А потом дадим тебе отдохнуть. Это, в принципе, вполне нормально будет, я думаю. I'll check this out next. You can't do everything yourself. Come home and rest. Somebody else can pick up the slack. Да сейчас, Лили, спокойно. Отдохни, говорит, отдохни. На том свете отдохнем. О, принесла еще стройматериалы. Отлично. Машина такая чисто безумный Макс, да? Покорёженный масло. Круто.
Так, еще ехать и ехать. Ну, в принципе, вот уж приехали. Hello? Ты где? All quiet here. Иди все тихо. Hey, over here. Я сюда, говорит. We could use a hand clearing the area. Нам пригодится помощь в очистке этой зоны. Так, хорошо, давай вместе. Lead the way. Let's roll. Блин, надо было будильник взять. На будильник бы выманили их всех. Хорошо, это будет явно непросто. На будильник выманили бы всех, а потом бы я их молотом. Let's do it. Finish it off. Какого черта? Ну как, норм? Блин. Ладно, нормально. Так, это что еще за хрень? Теперь, я думаю, все зомби в округе знают. Живой, смотри. Да блин, не перезаряжайся ты, я другой дел. Не стой столбом. Блин. Тут на одном, на одной и той же кнопке стоит перезарядка и добивание врага. Нормально. Хорошо, кто еще? Там на улице несколько. Да и все. Где же она секьюр? Вон еще их сколько. Фу, так, хорошо. В целом почищено, да? We've got this place locked down. Блин, это было громко. Crap. That's gonna bring me. I'm loaded up. See you back at base. Не знаю, что я взял, но что-то еще взял, да. We'll be ready. Где ты, напарница? Ой, япона мать! Твою дивизию, вы что делаете, уроды? Да вас тут слишком много. Нормально. Не бойтесь, все будет хорошо. Они бегут и бегут просто. Ты просто посмотри, они не кончаются. Сколько ж можно-то, япона мать. Так, хорошо, продолжаем обыск. Здесь должны быть еще стройматериалы.
Да, Маркус, тебе нужен отдых, причем продолжительный. Ты у меня настрадался уже. Это того явно не стоило. Так, все, больше ничего не осталось. Место зачищено, и оно больше не будет меня беспокоить. Это прям бельмо на глазу было. Так, хорошо, моя машина, сейчас сгружаемся и поедем куда-нибудь, посмотрим, куда глаза глядят. В городе пока что я не вижу больше занятий для себя. Так, подожди, нам сюда. Шо? Чё горит? Когда успели. А, это вы трупы сжигаете? Ну, молодца. Подальше от дома, да? Чтобы не воняло. Так. Ребята. Да какого черта? Я валю домой, я устал. Свали! Зомби легкие, говорили они. Не надо их бояться. Так, помогай, отстреливай. Ох. Кошмар. Второй побежал, видите, к аутпосту и такой встал, такой. Типа, what? Что я делаю? Вот, отлично. Так, все сгружаем, вообще все. В рюкзак. Дробовик вообще надо экономить. Что-то как-то у нас это растрата идет дикая. Хорошо, теперь отдыхай. А мы поиграем за Эдика. Подожди. У нас же кроме Эдди больше нет персонажей интересных. А нет, смотри, мы можем за Израиля играть, а он, по-моему, гораздо круче. О, какой. Так, хорошо, теперь объясните мне, опять же, как построить... Это еще, походу, долго будет строиться. Апгрейд. Это апгрейд еще 5 минут будет. Медицинская зона. Явно не так. Да хрен не знает. Сначала, ну, короче, улучшаем все, что можно. Потом, возможно, нам дадут возможность улучшить что-то еще. Хорошо, Израиль, давай. Съездим куда-нибудь в глубинку. Так, берем сначала. Берем обычный пистолет. Что это у нас? 22 калибр. Я думаю, будет нормально. Вообще, по домам надо бы пошерстить. Так, вот же он, елки-палки. Так, это уже лишнего. По домам пошерстить, возможно, найду какое-то оружие. Не знаю, посмотрим сейчас. Так, эта штука нам сейчас не нужна. Эта штука пусть у тебя остается. Хорошо, в принципе, тебе беру рюкзачок получше, конечно. Потому что... Хотя нет, у тебя нормальный. Так, ну что, наши дела. Да, мы можем сейчас двинуть. Точка осмотра. Окей, туда и поедем.
По дороге, я думаю, найдем что-нибудь хорошее. Приятная машина. Раздолбанная, конечно, в хлам. Ох, блин, где же здесь в городе? Неужели здесь нет полицейского участка? Давайте посмотрим, не уехали ли оттуда военные. В обычные дома смысл вообще есть заходить? Ну, смысл-то есть, конечно. Но основное это все у нас находится далеко не там. Давайте осмотримся. Фу, Маркусу нужен долгий-долгий отдых. Давненько я этого не делал, не осматривался. На полицейский участок ничего похожего я не вижу, к сожалению. Ох, кто-то там орёт, опасно. Made it. Gonna look around now. Так, ветеринарная клиника. Дорога какая-то в горы. А что там? То есть я, получается... Где я? Понятно. Хрен поймешь. Таверне мы были, там мы были. Это что за место? Газовая станция. Неплохо. Сват зомби. У него может быть хорошее оружие. Так, сват зомби. Джиггернаут, обалдеть, откуда ты взялся тут? That's not a normal zombie. I see something. Looks like an infestation. Infestation и скримеры, это не очень хорошо. Так, давайте сват зомби попробуем сейчас развалить. Я думаю, у него будет хорошая снаряга. Там уже зомби ходят. Откуда вы взялись такой? Да, блин. Подвеска такая мягкая. Хорошо, и какой же из вас сват? Вон он, походу. We've run into a bit of a snag. I know we wanted to make some improvements, but we're missing a few things. We can track it down, or find another way. But it'd be faster if you did a little scavenger hunt. Так, чё, норм? Какое-то здание построили, какое-то не смогли, чего-то не хватает. Блин, отмечались бы еще на карте эти сват, зомби и тому подобное. Вот же он. Спецназ, по сути-то. Может, с него пушка выпадает? Это вроде нет. Так, хорошо. Ой, джиггернаута что-то я не особо хочу. Опасная тварь. Все, нафиг, поехали. Съездим на природу. Окей.
Отсюда не проедем. Как-то вот так, да? Машина-то, я думал, целая, а это тоже вся раздолбанная. Так еще она и очень длинная, тут тяжеловато будет на ней проехать. Но мы смогем, не волнуйся. Да, с поворотами у нее не акти. Ай, блин. Я надеюсь, оно того стоит. Новая точка обзора. Ну, неплохо, чё. Made it. Gonna look around now. Это клиника, там что? Got a horde over here. Орда зомби. Да, в принципе-то, ничего отсюда мы и не увидим нового. Все, что могли, мы уже увидели. Почтовый офис, кстати, может быть интересным. Сейчас мы его посмотрим. В принципе, на сегодня будем заканчивать, а в следующей серии поедем в другой город. Посмотрим, что там есть. Поразительная деталь. Задом машина поворачивает гораздо лучше, чем передом. Так, хорош. Подолбаем маленько. Я какого черта? Внедорожник ты или нет, в конце концов? Так, зомби. А, я думал, сват опять. Свободен. Это что-то там грустит. Не мои проблемы. Кто там ломится? Эй, come here. Так, хорошо, почта. Сейчас так, почта России, да, слоупок выходит такой. А что? Что происходит? Вы хотели почту? Ничего. Ская печаль. Интересное что-то. Блин, твою мать. О, блок. I'll run this home. We'll be ready. Отлично. Так, блоку я, конечно, обрадовался, но по сути без патронов-то. Хотя 15 патронов в нем, это будет достаточно для небольшой заварушки. Большего нам и не надо. Так, здесь сюда. What's the situation at home? There's an issue with the infirmary. I know we wanted to make some improvements, but we're missing a few things. Чего-то не хватает там для некоторых апгрейдов, то есть они уже построились, но не могут пока отобразиться, потому что нам нужно еще что-то построить. Хорошо. Что я упустил? Где еще я не поискал? А вот, смотри, нет? Так, ну тут в ячейках я бы, честно, поискал. Там наверняка нашлось бы что-то хорошее. Но нет, не хочет. Area secure. No Zeds here. Так, что еще тут? Почему? А, вот, смотри, понятно.
Нормально. В принципе, больше ничего, да? Хорошо. Поехали домой. Не понимаю, как аутпосты строить. Вы мне, наверное, уже серии 4 пишете, как, потому что я уже давно не понимаю, но дело в том, что вот это вот, допустим, шестая серия, записанная мной за раз, и комментарии ваши я еще, естественно, не прочитал. То есть серии, как вы знаете, я же пишу пачками, потому что если бы я писал каждый день, то у меня просто не было бы ни на что времени. Так, хорошо. И что у нас тут получилось? О, коечка теперь двухэтажная. Интересно. И что, по-прежнему все пока? Еще много места. Еще успеем построить что-нибудь. Сложили. Отлично. Убираем. Все хорошо. Какие у тебя патроны? 9 миллиметров. Отлично. Их есть у меня. Довольно много. Так, подожди. Так, и так, отлично. Этих патронов, я думаю, мне надолго хватит. Глок, по-моему, пушка очень крутая. Я ее очень люблю. Еще бы мне G36 найти, и все, я был бы счастлив. Враги не очень. Так, еще раз посмотрим перед тем, как закончить. Нужны пилы. Что? Какие пилы? Где мне найти пилы? Хватает материалов. Ну, как-то так, короче говоря. В общем, в следующей серии поедем в другой город, и там, возможно, найдем остальные необходимые нам материалы, потому что пил я, допустим, вообще не видел. Но я думаю, это просто в стройматериалы надо будет зайти, и вот это вот оборудование. Так что все еще в будущем. В этом городе мы уже задержались. Мне охота, честно говоря, выбраться куда-то подальше. Но пока дела не отпускали. А вот сейчас, я думаю, будет самая возможность. В общем, вот такая серия. Надеюсь, вам понравилось, потому что мне понравилось очень. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.